детектив Насонов пришел в университет выяснить, когда начнется его цикл лекций на юрфаке. Шума будет, а уж института славят мертвая королева красоты. Господи, ты что ты такое говоришь? Ну как же ты может быть? Только вчера конкурс красоты выиграла, и умница, и красавица. Я ничего не понимаю. А, простите, вы декан? Извините, у нас ЧП. Ой, простите, я вас узнала. Вы будете читать у нас лекции. Вы частный детектив. Да, да. Я тебя скоро догоню. Вы знаете, у нас несчастье. Олечка Истратова... Я слышал. Я прошу вас, вы можете помочь? Ну, я готов помочь, хорошо. Да. Вы подождите меня полчасика в той аудитории. Сейчас приедут из милиции, я должна ответить на их вопросы. И потом мы с вами поговорим, хорошо? Хорошо, подожду. Спасибо. Ее убили. Оля не сама повесилась. На теле обнаружены синяки. Умерла от удушения. Вы представляете, какой кошмар? А у милиции есть уже подозреваемые? Нет, расспрашивали меня, кто мог бы желать смерти Ольги. Ну, а что я знаю? Мальчикам она нравилась, училась на одни пятерки. Да вот вчера и в конкурсе победила. А с кем она общалась? Кто у нее друзья? Ну, друзей у нее было немного. С кем попала, она не дружила. Да, я, кстати, пригласила в деканат ее лучшую подругу Наташу. Может быть, она нам что-нибудь расскажет. Я не знаю, что думать. Пойдемте. Да. Я бы пригласила еще кого-нибудь из ее однокурсников, но сейчас в институте никого нет. Остались только ребята, которые доздают хвосты. А как фамилия следователя, который с вами разговаривал? Шувалов Борис Георгиевич. Что ж, я узнаю. Угу. Ты уже здесь? Наташенька, познакомься. Это Алексей Викторович, частный детектив. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, мне что-то вообще плохо. Наташенька, я очень хорошо понимаю, нам всем сейчас тяжело. Алексей Викторович хотел задать тебе несколько вопросов, но если ты сейчас не можешь... Пожалуйста. Наташа, скажите, кто мог желать смерти вашей подруги? Слушайте, я не знаю. Я не знаю, правда. Ну хорошо, а когда вы видели Ольгу последний раз? Вчера вечером, когда мы провожали ее с Тимуром. Тимур – это Наташин жених. Оля вчера стала у нас мисс университет. А Наташенька Митцевис. Это не важно. Это не важно. Я вообще не хотела участвовать в этом конкурсе. Меня Ольга попросила. Вы знаете, вчера мы проводили ее домой вместе, чтобы отпраздновать победу. Все было так хорошо. А во сколько вы ушли от Ольги? Около 12. А она никого не ждала? Может быть, друга своего? У меня не было друга. Ну, я же вам говорила. Здравствуйте. Извините, можно? А я свободна? Я могу идти? Да, да, конечно. До свидания. До свидания. До свидания. Красивая пара. Наташин папа владелец крупной фирмы и собирается отправить ребят учиться в Англию. Повезло парню. Приехал из такой дыры. Алло, Борис, привет. Это Насонов. Я тут занимаюсь убийством студентки университета Ольги Истратовой. Что? Никаких зацепок? Ну, давай будем держать друг друга в курсе. Договорились. Вернувшись в офис, Насонов посвятил в обстоятельства дела своих помощников. У следствия пока ничего нет по убийству. Что делать? Едем домой к убитой, осмотримся на месте, поговорим с родственниками. Детективы выяснили, что погибшая Ольга жила с бабушкой. Я одна растила Оленьку. Сын с невесткой в авиакатастрофе погибли, когда ей еще 5 лет не было. Одна она у меня была. А Зинаида Александровна, а где вы были этой ночью? Да у подруги была я. Напротив. Оленька конкурс выиграла вчера, ну и пришли к ней. Ребята, чтобы отметить это событие, Наташа с своим женихом. Ну, я думаю, ну, дело молодое, пусть веселятся. Вот как это все вышло. Значит, это вы нашли тело Ольги? Да. Я в 7 утра пришла. Смотрю тихо, ну, думаю, разошлись, и Оленька спит, и не стала заходить к ней в комнату. А в 8-то зашла. Она висит на шпингалете на окне. А вы позволите нам осмотреть ее комнату? Да, конечно.
не могу. Мы с Оленькой тут ремонт собрались сделать. А она сама обои выбирала, вот эти пёстеньки. Это что такое? Бабуля, прости, я очень тебя люблю, но другого выхода у меня нет. Прощай. Ой, ничего не понимаю. О чем это она? А это точно почерк Ольги? Да. Правнамеднее она была странная. То раздражалась по пустякам, то вдруг ласкалась и плакала. Может, несчастная любовь. Да она со мной не делилась о личной жизни. Да и не было у нее никакой личной жизни, потому что учеба и дом. Ну, Наташа с женихом зайдут, на дискотеку пригласят, в кино. Да это очень редко было. Ольга наверняка знала убийцу, она сама его впустила. Следов взлома на двери нет. В милиции тоже пришли к такому выводу. А я придерживаюсь мнения Лены. Похоже, что несчастна любовь. А записка? Вот записка меня сильно смущает. Если бы на теле Ольги не обнаружили других телесных повреждений, а рядом с ней была бы эта записка, не было бы никаких сомнений, повесилась сама. Но ее убили. Зачем она написала эту записку? Заставили, чтобы имитировать самоубийство? Как вообще записка попала на обои? Ее, конечно, могло сквозняком сдуть с тумбочки, там форточка была открыта, я обратил внимание. Возможно. Надо вернуться в институт. А может, еще раз опросить соседей? Да милиция всех уже опросила, никто ничего не видел, не слышал. Я в деканат, а вы пообщайтесь со студентами. Обязательно поговорите с Тимуром, это жених Наташи. Они пока последние, кто видели Ольгу живой. Хорошо. Девчонки, а Тимур не знаете с третьего курса? Тимура знаю. А где вы найти? Да он зачет пытается сдать. На третьем этаже. Спасибо. Слушай, что ты пристала? Что случилось? Да то, что мы только об одной Ольге целый день говорим. Что, других тем больше нет? Да она подруга наша, а ты все о свадьбе думаешь. А я тебе кто? Никто, да? Слушай, а за тетрадкой с лекциями ты к Ольге зашел? Да при чем здесь тетрадка? Да при том. Ты что, следила, что ли? Слушай, а может быть тетрадка это только предлог был, а? А может быть у вас там свидание было романтическое, а? Что тебе надо? Да она же тебе нравилась. Ой, мисс краса вселенная, ну что скажешь, правда ведь, да? Да, мисс, не читай тебе, мисс, задранный нос. Думаешь, с папенькими деньгами ты самая крутая? Ты о чем? Да ни о чем. Я любил ее. И никогда бы тебе ничего не рассказал. Так ты сама напросилась. Что, теперь пойдешь папеньке жаловаться? Ах, давай, так? Беги, жалуйся. Ах, так, прошу. Да, Борис, привет. Что-нибудь новое по делу Стратовой? Ах, вот оно что. Я понял, спасибо. Алексей Викторович, вы Тимура не видели? Да никого здесь не видел, декана на месте нет. Зато мне только что позвонили из милиции. По результатам вскрытия, в общем, Ольга была беременна. Опа. Хотя я догадываюсь, что от кого. Я слышал, как Тимур с Наташей ругались в коридоре. Так вот, Тимур возвращался в эту ночь к Ольге, якобы за тетрадкой. Это точно? Я так слышал. Обязательно найди Тимура и поговори с ним. Интересно, что он скажет по этому поводу. А где Лена? Она со студентами разговаривает. Я пошел к Тимуру? Да, я поговорю с Наташей. Наташ, мне надо с вами поговорить. Я вам все сказала. Что вы еще от меня хотите? Вы что, поссорились с Тимуром? Мой помощник случайно слышал ваш разговор. Скажите, а Тимур действительно возвращался в тот вечер к Ольге за тетрадкой? Мне наплевать, куда и когда он возвращался. Это все? Нет, еще один маленький вопросик. Вы знали, что Ольга на третьем месяце беременности? Детективы расследуют загадочную смерть студентки Ольги Естратовой. Накануне девушка выиграла вузовский конкурс красоты, а утром бабушка обнаружила ее повешенной. Ольга оставила предсмертную записку, но улики указывают на насильственную смерть. После конкурса девушку приходили поздравить друзья, студенты того же вуза, Наташа и ее жених Тимур. Выяснилось, что Наташа ревнует Тимура к погибшей Ольге и подозревает, что у них был роман. Параллельно Насонов получает информацию, что убитая девушка была беременна. Беременна? На третьем месяце? Алексей!
Алексей Викторович, догнать ее? Не, не надо. И так понятно, она считает, что Ольга была беременна от Тимура. А, ну, картина получается интересная. Погулял с подружкой невесты, она забеременела. Ну, теперь не видать ему ни свадьбы, ни учебы в Англии. Алло. Господи, что он там делает? Сейчас буду. Тимур забрался на крышу, похоже, прыгать собрался. Слушай, лезай по-хорошему! Зачем? Зачем ты туда забрался? Ну-ка, слазь немедленно! Господи, он же убьется! Ну что же делать? Боже мой, ну только этого нам не хватало. Может быть, пожарных вызвать, а? Или скорую, а? Успокойся, ну, как туда подняться? На лестнице через черный ход. Слезай! Слезай немедленно! По-хорошему слезай! Ну-ка, слазь немедленно! Господи, он же убьется! Ну еще одна смерть, только этого нам не хватало! Не подходите! Да прыгай, прыгай, никто тебе не мешает. Да вам наплевать на меня! Всем наплевать! Почему всем наплевать? Мне не наплевать, я поговорить с тобой хочу. Да врете вы все! Всем здесь на всех наплевать! Спускайся, давай, поговорим. Я сказал, не подходите! Не подходите, я сказал! Тимур, ну посмотри, высота не такая большая. Шансов, что разобьешься насмерть, не так много. Полежи сначала в больнице года два, а потом будешь передвигаться на инвалидном кресле. Тебя такая перспектива устраивает? Да будь мужиком, ты в жизни всякие ситуации бывают. И что ты цирк устраиваешь? Вон, видишь, люди стоят. Им на тебя действительно наплевать. Что, шоу для них хочешь устроить? Нет. Ну тогда спускайся, давай спокойно поговорим. Я тебя в сторонке подожду. Ну а на крышу ты чего полез? Да надоело мне все. Жить тошно. Это из-за того, что с Наташей поссорился? Да с ней-то все уже кончено. Окончательный бесповорот. Понимаете, теперь меня выгонят из института, пошлют в армию. Ну и пошло-поехало. А с чего тебя выгонят из института? Да Наташкин отец председатель попечительского совета универа. Меня из благодаря ему держат. А я третий раз римское право пересдать не могу. Да, это серьезный повод прыгать с крыши. Скажи, а ты знал, что Ольга ждет ребенка? Что? Нет. Значит, это правда. Что правда? Ну, что у нее был кто-то. Ладно, послушайте. После того, как я проводил Наташу домой, я вернулся к Ольге. За тетрадку? Ну, тетрадка – это был лишь предлог. Понимаете, я встречался с Наташей, ну, потому что она целеустремленная, уверенная в себе, красивая. Нравилось то, что я ей нравлюсь. Да и ее отец ко мне хорошо относился. Получается, ты влюбился в Наташиного отца и в их образ жизни? Да нет. Нет. Тогда было все по-честному. До тех пор, пока я не влюбился в Ольгу. И вот это было по-настоящему. Все, что до этого было, это была ерунда. И в ту ночь ты решил с ней объясниться? Да. Я пришел и сразу все рассказал. Рассказал, что люблю ее. Рассказал, что не могу без нее жить. А она рассказала мне, что у нее есть любимый человек, и она скоро уезжает. Во сколько ты ушел от Ольги? Где-то 12:30. Это может кто-то подтвердить? Да нет. Не, вряд ли. А вы что, думаете, это я? Да нет. Я же любил ее. Если бы она мне в тот вечер сказала, что согласна, я бы все забросил. И карьеру, и это путешествие в Англию, и Наташу. Ну, допустим. Но это только слова. Учти, алиби у тебя на эту ночь нет. Что это? Анонимное письмо. Было у нас в ящике. Девушкой, изображенной на фотографиях, была погибшая Ольга. Кто это? Понятия не имею. Возможно, это тот самый неизвестный друг Ольги, с которым она собиралась со слов Тимура уехать. Кто же все-таки это прислал? Я поговорю с деканом. Может, Евгения Сергеевна видела этого человека в институте. А что, студенты про личную жизнь Ольги ничего не говорят? Ничего. Ну, нетипично для первой красавицы института. Все равно, снимки надо показать им. Сделаю копию. Евгения Сергеевна, у меня к вам один вопрос. Да, конечно. Вы знаете вот этого человека? Мы подозреваем, что это и есть тот самый неизвестный друг Ольги. Андрей, что это значит? Иван, вы где? Быстро ко входу, задержите мужчину с фотографией. Машина.
кто этот человек? Мой муж Андрей. Он преподаватель кафедры физкультуры, простите. Мне говорили, что он не пропускает ни одной юбки, но я не хотела верить. А куда он мог поехать сейчас? Я не знаю. Скажите, это Оля от него? От него ждала ребенка-то? И он ее убил? Ну, это пока только версия. Куда? Ну! Я не виноват, я тут ни при чем! Алексей Викторович, мы его взяли. Помощники детектива доставили физрука обратно в университет на разговор к Насонову. Раз я был у Ольги той ночью, значит, я ее убил. Вы ведь так думаете? Вы были у Ольги той ночью? Вам же уже, наверное, настучали. Нет, про ваш ночной визит к Ольге я первый раз слышу. Пока у нас были только вот эти фотографии. Какой-то аноним постарался. Черт! Да не казнитесь вы так. Все равно бы рано или поздно это стало бы известно. Вы рассказывайте, зачем вы к Ольге ночью приезжали? Ну, в тот вечер после конкурса она подошла ко мне. Попросила, нет, потребовала, чтобы я приехал к ней домой. Я приехал, а Ольга мне новость. Ребенок, говорит, у нас будет. Все уже спланировала, мы уезжаем с ней куда-то подальше от моей благоверной. Показывала мне письмо, которое бабке написала, типа, прости, прощай. Ну, в общем, детский сад. Ай, связался, черт с младенцем. Ну и что же вы? Мы с вами взрослые люди. Ну какое бегство? Средневековье какое-то. Я ей все объяснил. Предложил деньги на аборт. Но она рыдать выгнала меня из квартиры. Я же не думал, что она руки на себя наложит. Ну а потом что было? Я ушел, кошки на душе скребли. Дай бог, думаю, чего. Вернулся, ну, стал стучать, звонить. Слышу, лифт идет. Ну, я поднялся наверх, чтобы меня никто там не видел. Лифт остановился на этаже Ольги. Кто-то вышел. Потом я услышал голос Ольги, она открыла дверь. А кому открыл? Не знаю, я не видел. А что говорила? Ну, вроде там, а, привет, проходи, не знаю. Ну, значит, это был хороший знакомый, а голос того, кто пришел, вы не расслышали, кто это был, мужчина или женщина? Я не разобрал. А во сколько это было? Ну, около двух я был дома. Половина второго где-то я оттуда уехал. А как вы думаете, кто мог сделать эти фотографии? Не знаю. Детективы расследуют дело об убийстве студентки Ольги Истратовой. Накануне смерти девушка победила в конкурсе красоты. Экспертиза показала, что Ольга была беременна. Под подозрение попадает однокурсник Ольги Тимур. Парень любил Ольгу, но собирался жениться на ее лучшей подруге Наташе, девушке из обеспеченной семьи. Неожиданно в руки детективам попадают фотографии, где Ольга запечатлена с мужчиной гораздо старше ее. Выясняется, что это вузовский преподаватель физкультуры. Но кто делал фотографии и прислал их детективам, он не знает. А мне кажется, что и фотографии могла прислать Наташа. Почему? За Тимура? Выгородить его хочет? Ну, да, чтобы подозрение пало на кого-нибудь другого. Ведь физрук видел, что после этого к Ольге кто-то приходил. Может быть, это и был Тимур? Надо с ним поговорить еще раз. Привет. Пойдем поговорим. Что тут? Пойдем поговорим. Что-то не хватает. Надо понаблюдать за ними. Да ты сам во всем виноват. Да мне наплевать, кто виноват, ясно? Посмотрим, как ты будешь без меня жить. Да отлично буду жить. Знаешь, когда папа узнает, он тебя вышвырнет из универа. А его одно слово, я просто тебя в порошок сотру. А еще менты. Иди беги к своему папеньке. Иди жалуйся давай. Тимур, что ты такое говоришь? Давай попробуем все сначала. И прости меня, я тебя уже простила. Ольга бы никогда так не унижалась. Дурак ты. Кто она? Кто твоя Ольга, а? И если заметил, ее здесь нет. Ее вообще никогда не было. Это я королева. Я королева по жизни, а не она. Знаешь, чего ты злишься? Почему? А ты злишься потому, что понимаешь, что королева настоящая она. Настоящая, а не купленная за деньги. А твой номер? Твой номер второй. Тимур, родной номер. Тимур, останься. Что ты такое говоришь? Тимур, пожалуйста, прости меня. Я... Смотри.
что? Смотри, родители прислали нам смс-ку. Они купили нам кольца в Италии. Тимур, пожалуйста, останься. Тимур! Я люблю тебя! А где сама Наташа была в ночь убийства? Однокурсникам сказала, что ее родители дома ждут, чтобы отметить серебряную корону. Интересно. Евгения Сергеевна, здравствуйте, это Насонов. А вы не могли бы дать мне телефон отца Наташи Пантелееве? Да, мне надо с ним поговорить. Как? И давно? Вот, значит, как. Нет, нет, у меня нового пока ничего нет. До свидания. Родители Наташи уже неделю как в круизе по Средиземному морю. Вот тебе и алиби у дочки. Я, кажется, все понял. Все, поезжайте в офис. Что, проблемы в личной жизни? Да. Так это вы нам прислали вот эти фотографии? Ну, я так и думал. А для чего? Чтобы выгородить Тимура? Да. А почему сразу не рассказали, что у Ольги были отношения с физруком? Да я не знала. Он ко всем девчонкам клеится. Ко всем. Я не думала, что у них так все серьезно. Она еще больше дура, чем я думала. Я когда увидела, что она ревет, я подумала, что это из-за нашей с Тимуром свадьбы. Мы ей как раз сказали, а оказывается... Постойте, а когда вы видели, как она плачет? Когда вы с Тимуром уходили от нее, она была полна радостных надежд. Что вы хотите этим сказать? Я смотрю, у вас царапины на руках, синяки. Кто-то все с длинным рукавом носите. Кошка поцарапала. Кошка? А она у вас есть? Или выдумана? Так же, как родители, любящие, которые ждут вас отмечать серебряную корону. А на самом деле были за 1000 километров отсюда. Что вы хотите этим сказать, а? Вы ничего не можете доказать. Ничего. Вы не имеете права. Пойдемте со мной. Не имеете права, я сказала. Нет! И так все началось с победы Ольги на конкурсе красоты. Вы же ей завидовали, хотя виду не показывали. Потому что первое место должно было стать моим. Мой отец... председатель попечительского совета в этом гребаном университете. Он им столько денег вваливает, а не корону ей. За что? Выскочки. Она что, красивее меня? А когда вы поняли, что Тимур влюблен в Ольгу? Да сразу после конкурса. Он только ею восхищался, глаз не сводил с нее. Я же не слепая. А потом еще вернулся за этой тетрадкой. И она сделала вид, что ничего не заметила. Тоже была не против. Но я и проследила. Он почти бежал к ней. Да и она тоже была не против. Его не было почти полчаса. Видно было, что им там было весело. И что было потом? Я за это время ее почти возненавидела. И тогда вы вернулись к Ольге, и она открыла вам дверь. Она была вся в соплях, в слезах. Смяла бумажку какую-то. Я ее спросила, в чем дело? Почему плачешь? Говорит, мол, от неразделенной любви. Представляете, мне в глаза говорит, что я стою у них с Тимуром на пути. Господи, как же я ее ненавидела в этот момент. А тут еще эта ленточка под рукой оказалась. И вы схватили эту ленточку и стали ее душить. А Ольга сопротивлялась, царапалась. Да, я почувствовала, что сильнее ее, и повалила на диван, и стала душить подушкой. А когда поняли, что убили ее, решили сымитировать самоубийство. Злость прошла, и надо было что-то делать. Нашла эту записку, написала бабушке. Гляделась, нашла какой-то шнур. Подтащила ее к окну и, в общем, повесила на шпингалете. Но ваша затея провалилась. Ольга мертва, Тимур от вас ушел. А вашу судьбу будет решать суд. Мне нужно позвонить папе. Слишком дорого всем обошлись ваши амбиции. Дело Натальи Пантелеевой рассматривает суд. Ее отец нанял лучшего адвоката и врача, которые собираются доказать, что девушка во время совершения преступления находилась в состоянии аффекта. Декан Борзенко с мужем развелась. Физрук перешел работать в другой вуз.